конечно, приходится корректировать жизнь, приходится корректировать планы. Мы, конечно, поддерживаем наших военных, мы вместе с ними. Каждый пытается вложить какой-то свой вклад. Жилье восстанавливают сейчас, да. Вот у родителей жилье полностью, там прилет был 22-й, там сейчас идем, ну, смотреть. Вот. Хотим, чтобы мама, папа восстановила жилье, да. Там дома они жили, ну, в старом городе, поэтому... Хочу, да, потому что они коренные здесь, это я, поэтому хотим, чтобы, да, все восстановилось, чтобы было все. Надеемся на лучшее, да. Только надеемся на лучшее, на самое лучшее. Есть люди, которые погибли. Из близких. Это двоюродный брат. Вот. Ну, работаю, тружусь здесь, в городе. Все равно переживания есть о том, что хочется, чтобы это закончилось. Чтобы люди нашли, пришли к своей семье, солдаты, к своим детям. И надеюсь, люди договорятся. Вот прошел тяжело, но есть перспективы, это видно. Я думаю, что будет все хорошо. Надеемся на Россию. То есть, я думаю, все будет хорошо. Мы долго ждали, но дождались. Не знаю, у меня отрицательных, например, нет. Мне 70 лет в этом году, так что за 30 лет, что мы раньше были, намного вообще. Мы ждем победы, полностью победы. Чтобы жили, да, чтоб жили все дружно, мирно. Дети, внуки. Приобрели много чего в этом году. Соединились, по всему Крыму попутешествовали. Соединились, воссоединились с семьей. Так что все хорошо. Приходится переживать тяжелые моменты обстрелов. Мы сами из Днепрян, с Новой Каховки. Но мы хотим, чтобы это уже побыстрее все закончилось. Да, наверное, идти уже до конца. Ну а как иначе? Медицина нормальная здесь. Зарплаты как бы, ну, тоже людям платят. Вот я знаю, дворник там получает зарплату там 25-30 тысяч рублей дворник. Но это неплохая зарплата как бы. А с ценами, ну, цены тут действительно высокие гигиенически. Все равно живем, знаете, как в напряжении. Ну, можно сказать, немного к лучшему. Ну, неизвестность, одним словом. А возможность обратиться в больницу именно к специалистам. Вот. Больница стала лучше, так бы, как бы сказать. Ну, начинает жизнь налаживаться. Уровень жизни, пенсии, зарплаты, отношения другое. Старикам сколько помогается, все делается. Очень прекрасно стало жить. Не то, что как было раньше про Украину. Для меня открылись перспективы и открылись возможности. Конкретно поступила в Херсонский технический университет вот, на две специальности. Угу. Вот. И работу поменяла. Перспективы есть. Пришлось уехать с места своего жительства, к сожалению. Но мы вернемся. И все будет хорошо. Надо заканчивать и побеждать.